С сегодняшнего дня в России увеличился размер социальных пенсий и выплат. Они проиндексированы на 4%. Общие выплаты ветеранам войны составят почти 33 тысячи рублей, а дети-инвалиды будут получать теперь около 13 тысяч. Что касается среднего размера социальных пенсий, то он превышает 8,5 тысяч рублей. Всего нынешнее повышение коснулось почти 4 миллионов россиян. Ранее, в феврале, на 4% уже были проиндексированы страховые пенсии. Средний размер выплат по старости сейчас составляет 13 200 рублей.